Данное соревнование является уже финальной частью соревнований профессионального мастерства диспетчеров РДУ. 7 команд, которые здесь присутствуют, выиграли свои региональные соревнования. РДУ Востока представляет Амурское РДУ, Сибирь представляет Иркутск, Урал представляет Башкирия, Среднюю Волгу представляет РДУ Татарстана, Юг представляет Черноморское РДУ, Центр – Липецкое, и Северо-Запад представляет Карельское РДУ. На каждое задание, на каждом этапе разработана технологическая карта, в которой прописаны все правильные действия диспетчера, на которые определяются штрафные или поощрительные баллы на каждое выполненное или невыполненное задание. Баллы эти уже определены, техкарты по всем этапам подписаны, но при этом, как и в жизни, есть место всегда решению и более правильному, чем, например, все-таки придумали судьи. Такое тоже происходило несколько раз на наших соревнованиях, когда диспетчера предлагали решение альтернативное или решение даже лучшее, чем было запланировано. Энергетика Татарстана, она очень насыщена как генерацией, так и сетевым хозяйством. Это основные промышленные группы. У нас крупнейшие потребители – это нефтепереработка, нефтехимия, автомобилестроение, самолетостроение. Мы промышленно, как республика, очень насыщены. Соответственно, у нас достаточно большие требования к надежности электроснабжения. Энергетика – это такая отрасль, где важно, чтобы диспетчер, электромонтер всегда был готов к нештатной ситуации, аварийной или плановой. Данные мероприятия в виде соревнований проводятся. Это и есть та тренировка для диспетчера и освоение навыков, которые ему каждый день необходимы в работе. РДУ Татарстана оказана большая честь в проведении таких соревнований. Предыдущий подобный тренинг в операционной зоне АДУ Средней Волги проводился в 2010 году. То есть это объединенное диспетчерское управление 9 энергосистем, которые работают в операционной зоне Средней Волги. С точки зрения подготовки команды, главный диспетчер РДУ Татарстана приложил максимально усилий для того, чтобы ребята готовились. И я могу сказать, что даже за этот последний месяц им удалось сделать очень большой шаг. С настроем приехали, безусловно, с боевым. Мы четвертый раз команда Башкирского РДУ уже подряд участвует во всероссийских соревнованиях. Очень нравится. Отрадно, что у РДУ Татарстана есть свое здание. Все очень прилично. Прекрасный актовый зал, прекрасная организация. Опыт участия в подобных соревнованиях диспетчеру дает колоссальное повышение профессиональных навыков, расширяет кругозор в решении тех или иных задач. Соревнования проходили в очень конкурентной среде. Нас исполнительный аппарат на всероссийские соревнования каждый раз удивляет. Они разрабатывают каждый раз какие-то новые задания. И очень многие задания подразумевают некоторый творческий подход к их решению. Все команды-соперники очень серьезно подготовлены, очень серьезно мотивированы были. Прекрасные диспетчера, профессионалы своего дела. Первое – это бесценный опыт. Второе – новые знакомства, потому что съехали со всей России, с разных уголков. Интересно было посмотреть на этих людей, на то, как они играют, себя показать. Были очень впечатлены именно вот заданием, уровнем. Они же очень сложные, то есть они всегда с какими-то нюансами, с изюминкой. И вот этот кекс с изюмом, который предоставил нам исполаппарат, тоже хотелось попробовать на вкус.
добрые старые времена. Я тоже участвовал в таких соревнованиях. Мы тогда заняли по вождю второе место. Очень сильно устали, да, очень большое напряжение и физических, и моральных сил. Поэтому я прекрасно знаю, как тяжело нашим диспетчерам на этих соревнованиях. Потому что задачи всегда были очень сложные, прикладные, но и очень полезные. Соревнования, если они проводятся в той или иной отрасли именно на территории республики, это признание в том числе наших профессионалов, тех людей, которые в этой отрасли работают, в их профессионализме именно в отрасли. И действительно для нас это важно, потому что область и отрасль непростая, технически сложная, капиталоемкая, и тем самым все-таки как-то опосредованно признается, что неплохо, как минимум, работа у нас. Я думаю, в любой отрасли, в любой профессии это очень важно. Мы своим работам посвящаем достаточно большое время в жизни. Я думаю, любому приятно, когда его отмечают как профессионала.